Здравствуйте, это магазин париков и накладных волос Парикру. И я хочу сказать, что мы сейчас сталкиваемся с большой проблемой. Волосы выпадают после ковида. Я сама работаю в нашем магазине и тоже с этим столкнулась. 2 месяца назад переболела ковидом. И, как видите, на голове почти ничего не осталось. Еще постриг парикмахер неудачно. Так что проблема сейчас очень распространенная. Хочу вам показать, что мы можем с этим сделать, как мы можем друг другу помочь. И первое, что мы можем сделать, это самое простое, это у нас парики. Вот мне понравился вот такой паричок. В паричках что хорошо, вы можете сменить свой имидж, можете под свою прическу подобрать, а можете кардинально измениться. Вот, парики одеваются очень просто, как шапочка. Ел, пошел. Следующий вариант. Допустим, мне не хочется ходить в парике, мне не нравится, некомфортно или еще что-то. Есть такой вариант, как накладки. Накладки из волос. Видно там? Да. Вот, вот, например, у нас есть натуральная накладка Секрет Мона. Она полностью сделана как кожа головы. Очень большим каркасом. Ну вот я померила разные накладки, и мне понравился вот этот вариант для меня. Она одевается вот на такие заколочки. Сейчас покажу, как это смотрится. Заколки зацепляются за свои волосы. Накладка такая закрывает весь верх головы. Немножко она потемнее моих волос, но в принципе сливается, как бы видно. Вот. И у вас получается прическа. Накладки тоже есть в разных цветах. Получается объем. Можно одеть куда-то временно сходить, можно каждый день такие накладку одевать, носить. И никто и не заметит, что на вас что-то одета. Держится она крепко. Она очень легкая, очень удобная. Буквально одел, забыл про нее. Все, ходишь. Ну, то есть, естественно, есть длинные накладки, короткие накладки, подешевле, подороже, разные варианты. Это тоже как выход, когда вот такая ситуация, когда волосы выпадают. Какие еще есть варианты? А, вот у меня волосы еще не все выпали, но уже как бы вот эти проплешины появились. Что я использую? Я использую загустители волос. Вот у нас есть 2 вида загустителей волос, Savage и Topic. Ну, оба хорошие. Тебе там видно, вот, чтобы поближе было? Сюда подойди, пожалуйста. Вот у меня вот так вот выглядит голова, явно очень мало волос, явно очень не это. Сыпется, нет? Угу. Все, пошел. Вот я сыплю, это пудра для волос, загуститель. То есть мой пробор, он маскируется. Я уже не выгляжу так лысо. Ну, издалека еще может чуть-чуть снять. Она даже чуть-чуть придает объемчик, если ее вот так вот наделать около корней, то волосы, они как бы приподнимаются и немножко по объемнее будут смотреться. Стоит такой флакон 2190 рублей у нас в магазине. Хватает. Ну вот на мои волосики мне хватит, наверное, на год его. Хожу обычно 2-3 дня, потому что волосы меньше жирятся, их надо меньше мыть. Угу, очень красиво. Да, и в общем как бы. Кожа головы закрывается, да? Да, кожа головы закрывается, волосы кажутся гуще. Очень хороший, да, вид маскировки. Гипоаллергенный натуральный продукт, подходит и мужчинам, и женщинам. Вот, ну и как зимний вариант, есть такая еще интересная штука, волосы под шапку. Я себе вот длинные выбрала. Бывают короткие, бывают длинные. То есть вот кто привык, постригся или что. Одеваем волосы. Они просто на резиночке. Так вот. Видно? Угу. Сверху шапку.
Можно свои волосы выпустить сверху. Ну, у кого что есть. Нет, выпускать нечего. Мне понравился вот такой вариант. Ну как? Классно. Хорошо. Приходите к нам в магазины, заходите к нам на сайт. Консультанты вам помогут, если вы не в Москве живете. Мы вам тоже поможем.